Привет. Дорогчик. Ты все считаешь? Mm-hmm. Ой, даже вот поесть не можешь нормально. Смотри, мне прибыль надо посчитать. Ну-ка. Ну, тут эти доходы, расходы. Что-то ногу сломит, ебало. Это хорошо тебе, всегда был отличником. На компьютере можешь, а я до сих пор не научился. Смотри. Получается, у меня прибыль 3301 рубль и 2 копейки. Что составляет на 2,4% больше, чем в прошлом месяце. Угу. Это значит, что мы нормально поработали. Хорошо. Угу. Есть движение, есть динамика какая-то. Понял? Да, здорово. Вот что значит образование. Ой, ну хорошо, у меня-то что? Так, значит, купил я за 8. А продал я за 15. 15 отнять. 8, получается, 7 миллионов прибыли. А сколько это в процентах, хрен его знает.